Хари Кришна, мои дорогие друзья, мы сейчас входим в такое время, очень неприятное и очень сильное испытание для всех, для нас. Мы, может быть, даже не могли даже недооценивать все это буквально пару недель назад, но факты говорят о том, что нужно ситуацию принять очень серьезно. И я бы не хотел повторяться, говорить, что мы должны там мыть руки или там гигиеной своей заниматься, это понятно. Но есть разные аспекты в этом. Нам нужно понять и сделать свой кругозор немножко шире и понять причину этой проблемы. Ведь проблема на самом деле находится не просто в том, что у нас недостаток витаминов С или там Д, или иммунная система пониженная. Здесь также философский аспект. Мы должны понять, что мы находимся в одном доме. Эта вселенная – это одна семья наша, и мы должны сотрудничать с Богом. И если мы отворачиваемся от Бога и от верховных божественных сил, то божественные силы перестают сотрудничать с нами также. Это время, когда мы должны объединить свои усилия, святить имена Бога, молиться Ему и задуматься о своей духовной сущности. В чем смысл жизни? Для чего я здесь? Посвятить свое время своим близким, дорогим, родным и больше воспевать святые имена Бога. Я вам скажу такую вещь. Чтобы быть на позитиве постоянно, быть на позитиве, нужно досвятиться имя Твое. Я вот сейчас нахожусь в Гималаях, и мы со своей общиной здесь практикуем удивительный процесс воспевания мантры. Я хочу вам просто исполнить одну мантру и также одно пожелание. Хорошо? И чтобы вы постоянно всегда оставались здоровыми, сильными, счастливыми, несмотря на все эти испытания. Вот. И чтобы эти тучи смятения никогда не заслоняли солнце вашего счастья. Пускай солнце по утрам заходит в ваш дом. И будьте счастливы, и раздавайте это счастье другим. По воле по твоей все происходит. Печали счастья в гости к нам приходят. Встречаем мы друзей, жену или мужа. Все по заслугам нашим будет, что заслужим. По воле по твоей все происходит. Луна и солнце вовремя восходят. И по твоей лишь происходит воле. Что нищий бедствует, и царь сидит на троне. Что заслужил, зато тебе награда. Кому мы служим, разобраться надо. Семье собаки, братцам или дедам. С вопросом этим обратимся к ведам. Служить кому-то наше положение. Жизнь не стоянка, вечное движение. Но от того, кому мы служим верно, в тот мир отправимся мы вскоре непременно. Господь, Твое должны понять мы положение и возродить к Тебе духовное стремление. Ведь, Господи, без Твоей верховной воли нам век страдать в иллюзии и в боли. По воле по Твоей все происходит, к нам озарение внезапное приходит. Тебя мы молим милости смиренно, не оставляй нас в царстве снов забвенных. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Воспевайте имена Бога, будьте счастливы и всегда оставайтесь здоровыми и раздавайте эту радость другим. Желаю я тебе, родной мой друг, не падать духом, коль споткнешься вдруг, и милость Господа во всех твоих делах, случись друзей, не окажись вокруг. Еще желаю я тебе, родной, чтобы оставался ты самим собой. Делами праведными Господу служи и славу Богу неустанно пой. И будут пусть смеяться над тобой и сыпать соль по ране поживой. Даруй же людям радость и любовь, как солнце светит пасмурной порой. От преданных Бога, родной, не отставай. Нектар духовный им дарован через край. Братишка, счастлив будь в себе самом. И Господа никогда не забывай. И тогда никакой вирус тебе нипочем. И будешь всегда счастливым и радостным. Харе Кришна!